Добрый день, дорогие друзья! Вы, конечно же, знаете, что транспонирование звуков правой руки на октаву вверх или вниз делается с помощью клавиш Upper Octave. При этом транспонируются все три звука. А что делать, если надо транспонировать только один звук? Для этого удержите кнопку Shift и нажмите на одну из кнопок Upper Octave. Мы попадаем в меню Mixer Tuning и с помощью одной из ручек Octranspose или колеса меняем октаву для одного звука. При этом, не выходя из этого меню, можно выбирать другие наборы звуков, привязанных к текущему стилю, и также быстро корректировать октаву для отдельного звука. Обратите внимание, что если сейчас я использую кнопки Upper Octave, то соотношение между октавами для каждого звука останется. Другой вариант транспонирования, а также модуляции, делается с помощью педали. Надо подключить педаль к входу Assignable и настроить педаль на то, что нам нужно. Итак, в глобальном меню выберем опцию Controllers, язычок Foot. В секции педаль Foot Switch есть множество функций. В данном случае выберем Upper Octave Up. То есть при нажатии на педаль будет транспонирование всех звуков на октаву вверх. А вот, например, другая функция педали, заменяющая движение джойстика вправо. То есть повышение на одну ноту. Только в этом случае, если у вас используется дампер, то есть фактически кнопка, изменение будет резким. Еще одна функция – движение джойстика вверх типа cut-off.